Путешествие из Петербурга в Москву может выйти боком и обернуться длительным тюремным сроком для жителя северной столицы. На Ленинградском шоссе задержали мужчину, который привез с собой крупную партию кокаина. Его машину остановили сотрудники полиции, проверили документы, осмотрели салон и обнаружили подозрительную коробку. Вроде бы из-под печенья, но с другим содержимым. Коробка, сверток с веществом белого цвета. Еще одну упаковку с наркотиками драгдиллер держал у самого сердца. Оперативники обнаружили и изъяли пакеты с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию, изъятое является наркотическим средством кокаин, общим весом около 450 граммов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.